Приветствую вас, дорогой друг! Меня зовут Анна Костылева, и вместе с Юлией Парс я являюсь основателем проекта «Инфобизнес Бренд». И сегодня мы хотим представить вам наш новый флешмоб «Создай себя за 7 дней». Что же в нем будет? Я сейчас вам, конечно, расскажу. Но перед этим я хочу у вас спросить. Вы уже слышали, что в соцсетях есть деньги? А точнее, что в соцсетях сидят ваши клиенты, которые готовы у вас что-то покупать. Уверена, вы ответили положительно. И вы наверняка уже слышали или даже бывали на вебинарах или кастомарафонов по построению личного бренда в соцсетях для привлечения этих клиентов. Вы уже обладаете всеми знаниями и прямо сейчас свободно можете сесть и все сделать. Но почему-то именно сесть, вот именно сесть и сделать всегда откладывается на завтра. Я завтра поменяю аватарку, я завтра начну вести группу, я вот по-любому завтра начну писать по 10 постов в день, и все вот завтра, 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 и так до бесконечности. А тем временем ваши конкуренты, которые взяли себя в руки и хотя бы оформили свои соцсети и начали писать какие-то посты, уже сегодня забирают ваших клиентов и ваши деньги. Может, хватит это терпеть? Может, стоит выделить по одному часу в день на протяжении одной недели и сделать то, что потом будет приносить вам деньги? Я думаю, оно того стоит. Если вы со мной согласны, тогда мы будем ждать именно вас на нашем флешмобе «Создай себя за 7 дней», в котором вы не только в комфортном для вас режиме, без спешки, без нервотрепки, оформите свои соцсети, начнете писать посты, но и сделаете анализ своих конкурентов, найдете и, главное, начнете привлекать свою целевую аудиторию. Вы все еще думаете? Тогда спешу сообщить, что по результатам флешмоба будут разыгрываться очень полезны для ваших доходов подарки. Вы не должны упускать такую возможность еще и потому, что участие в первом потоке флешмоба совершенно бесплатно. Флешмоб пройдет с 21 по 28 сентября 2015 года. Зарегистрироваться можно по красной кнопке рядом с этим видео. А с вами была Анна Костылева, проект «Инфобизнес Бренд». И помните, вы создаете, а ваш бренд продает.